Судебное заседание по санаторию «Солнечный» отложено. Напомним, администрация Братска обратилась в арбитражный суд Иркутской области с требованием признать договор о передаче муниципального имущества обществу с ограниченной ответственностью санаторий «Солнечный» недействительным. В 2009 году помещения в Северном Артеке площадью 11 тысяч квадратных метров были переданы частной компании в безвозмездное пользование сроком до 2025 года. По мнению нынешней администрации Братска, договор не может иметь законную силу, поскольку противоречит ряду федеральных законов. В то же время ряд экспертов считает, что город несет серьезные финансовые потери, поскольку санаторий «Солнечный» не платит в городскую казну за аренду помещений. Судебное заседание по иску администрации Братска должно было состояться 7 февраля, но, как телекомпании «Город» сообщили в областном арбитражном суде, разбирательство по этому делу продлили. Судебное заседание перенесли на 28 февраля.